микрорайоне Юбилейном наконец-то благоустроят пешеходную зону вдоль проспекта Николая Шевченко. Асфальт за домами номера 1, 2, 3, 3А, 4 уже давно пришел в негодность. Местным жителям даже пришлось протоптать дорожку рядом с тротуаром. Обновление территории проходит в рамках инициативного бюджетирования. В этом году в Старомосковье реализуют всего 14 проектов благоустройства, инициированных жителями при поддержке депутатов местного совета. На этот объект выделили почти 11,5 миллионов рублей. В планах укладка плитки, замена остановочного павильона, установка фонарей, скамеек и урн. Работы должны завершить к августу.